пик-н-поп в американской терминологии должен был быть сыгран, но... И кто же пятый игрок? Пятый... Сидоров. Выцарапал мяч Илья Сидоров. Дает на партнера в быстром отрыве. И уже атакует команда «Химик-2». Остается 5 секунд, нужно что-то делать. Сидоров финтит. Передача на периметр. Мещеряков, попытка издалека. Вот, а у гостей... Вот Мещеряков свободный справа. Вот на него как раз идет передача и трехочковый. Они продолжают выигрывать подбор сегодня. Фол нападение, скорее всего, сейчас покажет судья. За перебор. Хороший дриблинг от Кирилла Мещерякова. Авангарда Сергей Горбенко. В прошлом сезоне выступал за баскетбольный клуб «Будивельник», также из Киева. Несколько сюрпризов. Так, тем временем Виталий Шибель пытается в одиночку, обыграл. Нашел на периметре сначала с правого фланга, потом слева. Сейчас бросал прям в упор кольцо. Трехочковый бросок от Сидорова. Но подобрал Кирилл Мещеряков. Гончаров, подбор в нападении. Открытый, мог бросать Олег, но решил не испытывать судьбу. Но и развивает свою атаку Химик. 71-67. Сидоров.
Сидоров, знову між Щиряков. Йдуть багато передач, тому що Волиньбаскет став зоною. Ще під 45. Гончаров з м'ячем. Колоха, передача на Вінтеняка. Здвоїть його в куті. Передача на Кобиця.